Алло? Привет. Детка, привет. Разбудила? Нет, просто я в отеле и как раз завтракаю. Милый, я понимаю, что тебе это было нужно, но я хочу знать правду. Ты же знаешь, что можешь мне все рассказать, малыш. Дэвид? Да, я перезвоню тебе. У тебя все в порядке? Да, зашибись, я люблю тебя. Эй! Что? Смотри! Гони, гони! Меня зовут Дэвид Пэкаус, мне 22, и я торгую оружием по всему миру. Еще полгода назад я был простым массажистом в Майами-Бич. Ой, упала? Теперь я тут со своим лучшим школьным другом. Будешь со мной работать? Но я против войны. Воевать нам и не придется. Мы с тобой будем грести бабло. Как молодые 20-летние парни заключили с Пентагоном контракт на 300 миллионов? Ты говорил, что занимаешься постельным бельем. Да, ну и еще кое-чем приторговываю. Я думала максимум подушками. Слава американской коррупции! Сотни миллионов патронов для калаша. Закроем сразу весь заказ. Я не могу вести дела с правительством штатов. За мной слежка. За тобой террористы следят? Нацбезопасность, расслабься, бро. Да, мы работаем с теми клиентами, с которыми правительство не может работать напрямую. Мы вот-вот сорвем куш в 300 лямов бакс. Это законно? Это не запрещено. Я неплохой человек. Но в такой ситуации я бы спросил себя, а что бы сделал плохой? А в Багдад на тачке безопасно? Вполне. 50 на 50. 50, что умрем, и 50, что нет? Да, потому мы и едем ночью. Это безопасней. Насколько безопаснее? 50 на 50. О, что за нахуй?